Welcome to Al Mazra. Exploring, looting, and securing intel will open access to missions and targets. Expect resistance from local forces and watch for other operators in the AO. Mark and self-revive. Take an effective fire! Number one, you're entering a denied area. Stay alert. Enemy armored barrier. Friendly UAV on station. Recon at this time! Open. Ultra One, a squad mate is down. You are taking effective fire. Лутается на моем трупе. Поднялся на вышку. Да. Он последний. Плашки, сука, все забрал. Кто? Вот так же с вышки стреляют. Ultra One, completing contracts earns you cash to use at buy stations for gear and upgrades. Слева от зипки сидит. Почему он нахуй не разбился? Ха, повезло ему, блядь. Пасу его, поднимай. Он на втором этаже, я так понимаю.
Да, да, да. На втором этаже я упал. Аккуратней. Открой его, да, просто пускай поднимает. Он без брони, у него брони нет. Без брони пробил его. Красавчик. Надурили, блядь. Ultra One, an operator is near your location and requesting medical. Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming. КамАЗ по дороге. Баты. Третьему нашему броник. Ну кому надо кирка, он чтобы... Я просто убивать. А, легко. А чё третий? Русский третий. Green, you're Russian? Targets in the area. Yeah. Got movement. Надо снайперку ему забрать. Короче, давайте забирать и на магаз закупаться. Ну то у нас вообще что-нибудь вкусное было. Не, я даже не нашел, я уже один за тобой. Он походу ушел через Alt-F. Чтобы ни рюкзака не было, ничего не осталось. Не, я его добил. Да, 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 ну. А, ты добил его прям? Да, 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 добил. Он там утонул, хуй знает где. У меня плавательный этот противогаз, я могу найти его. Да, он, у него был синий броник, я думаю, вряд ли что есть. Чиз. А где здесь тяжелое топливо, может быть? Я знаю, что на Рафанули где-то еще. Вообще, первое, надо посмотреть нам поезд, который с вагонами, ну не зеленый, и съездить в Роханойл, где машины припаркованы к разгрузке, там тоже часто стоят. У нас челики вот здесь, в деревне напротив. Ага. Ну идите в магазин, я тут закупился. Но... Можно сейчас поехать в Роханойл, как раз плюс-минус мы с поездом стыканемся. И топливо в Рохане посмотрим, и в Рохане, и в этом какого тоже как поезда. Ну пошли, пошли. Сейчас я плашки себе возьму. Две штуки, блядь. Да я купил тебе уже без. Спасибо. Сейчас третий закупится. Как раз плюс-минус в городе поезд встретим, можно его будет посмотреть, облетать. Там предпоследний вагон, там стоит.
тяжелого верта что-то не вижу на карте вообще. И ты езжай, я посмотрю. Его походу уже забрали. За полицайкой этого ждут заложника, можем туда подъехать. Вертолет, да, только что приземлился. Да, вертолета нет, его спиздили. А нет, есть! На Зае стоит. Слышал, да? Да, да. Корова на Зае. Все, может туда не ехать, они уже полетели, да. Что, блядь, быстро, пиздец, да. Так, вот он наш поезд. Заправляйтесь, я сейчас гляну канистру. Давай, смотри. На поезде челики. На поезде челики, ребят. Понял. Минус. А он здесь один, походу, был. Походу, да. Стоп, машина. Рюкзак ты не облутаешь. А в рюкзаке может быть топливо, блядь, как раз, сука. Поехали на Рафанел, блядь. Да, прикинь, топлива нет, он, походу, забрал его. Кстати, если маскировку видишь, да, из-за этого, ну, там тоже квест. На этого? На мародера? Нет, рацию прослушать в центрике. Окей. В кого он дал? А что это там вверх взлетело? Вот здесь. Там челики. Челики на Иваке. Вертолет садится, давай бегем. Давай, готов. Забежал. Прям к жопе подъезжай.
тут нет на борту. Сучонок, он один, но нету, выбежал. Ни один нет, это он спрыгнул. Я и говорю, выбежал. Ищем, ищем, ищем. Я думаю, что тебе, блядь. И куда он нахуй делся? Ага. В бронике был, да? Грин, гоу. Сейчас еще на заправку заедем. Челик, ебать, слева. Нихуя он попал, блядь. Чё, ещё есть там? Это чё за экстремалы, блядь? Он полз к вышке, блядь, как будто нахуй здесь ещё кто-то есть. В Рохане. Да, в Рохане стрельба. Ну, нам как раз туда погнали. Как раз туда, да. Я на вот этот ангар. Или, блядь, арка, как его нахуй. А, здесь боевые действия, вот что здесь стреляют. И все, пошли что-то топливо на танк. Да, да, вот здесь вот. Оно подо мной где-то. Да, вот оно стоит. Заебись. Мне что-то бумажки на Рахуноле надо забрать. Поедете или пока потусуетесь тут? Я потопчусь, здесь эти же ящики. Давай. Тебе боевые записки нужны или что?
который тяжелый протокол, мы их уже забрали. Тут ящики лутаны, видать, эти пиздюки тут лутали. Че, куда двигаем? Не знаю, можем еще покататься, в порт гонять. Давай, давай. А потом уже в конце полетим на полете, как раз через... Не, я думаю, через Кощей выйдем. У меня слишком до хрена всего. Ха-ха, Кощей прогулял? Нет, нет, выйду из Кощея. Через Кощей. А, ну я этот, через вертолет. Обещу. Так ящику, да? О, слушай, так этот... Маза и Верховка, поехали. Я поехал, поехал. Я думал, просто забыл. Тебе просто выйти, да, надо? Да-да-да, я же говорю, я хочу через порт. Ну, давай тогда я с вами выйду, что нужно делать. Похуй. Ба, он что, приболел? Да что ж такое, блядь?
Ебать, мне топливо уходит, пиздец, быстро. Да, она жрет. Be advised, you will need to pilot the exfil helo out of the area. Find medical. Не понял, блядь. Кто там буянин, сука, ну? Я стрелял с РПГ, но почему-то она въебала, блядь. Ну все, счастливо, парни. Давай. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Goodbye. Ultra One, your squad is scattered. Sticking together will help you survive. Contact.
Astro 1, Dino 4, we're being ordered out of the AO. Can't stay here, I'm sorry.